22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С первых же дней Буявляне начали подавать заявление в военкомат с просьбой отправить на фронт. В городе Буя на фронт было отправлено более 15 тысяч буявлян. Вернулась лишь только половина. В городе Буи не было боевых действий, но основная задача – это помогать фронту теплой одеждой, боеприпасами. И, конечно, эта большая работа тыла была связана именно в городе Буи. В нашей экспозиции Буйского краеведческого музея находятся документы, фотографии времен Великой Отечественной войны, отражающие как раз именно ту работу в 1941-1945 года. Основной целью немецкой авиации было разбомбить мост именно через железную дорогу, через реку Кострому. В 1942 году немецкая авиация долетала до города Буя, бомбили Радькова, Рожнова, Бродни, Любим. В экспозиции находятся бомбы и снаряды времен Великой Отечественной войны. Также хочется обратить ваше внимание на фотографии. Как раз здесь находятся фотографии железнодорожников, которые работали в паровозовом депо. Многие, как я уже сказала, ушли на фронт, но большая часть буявлян осталась работать в тылу. Это железнодорожники, которым была дана бронь, потому что женщины, большая часть осталась женщины в тылу, и, конечно, женщины заменяли и мужчин на работе. Это были, работали и кочегарами, работали и за станками. Но те вот фотографии, которые представлены здесь, мы видим, например, Павел Эракцевич Киселев. Он уроженец города Буя, житель деревни Волотово. Практически всю войну работал на железной дороге, водил тяжеловесные составы. Что такое водить тяжеловесные составы? Практически по несколько дней находились они на работе, без отдыха. Молодым парнишкой встал за работу за станок в паровозном депо Николай Кузьмин. Ему тогда на тот момент было всего 14-15 лет. То есть пришли работать и женщины, пришли работать и подростки. И, конечно же, основную работу в годы Великой Отечественной войны это оказала железная дорога, потому что станция с первых же дней войны, как я уже сказала, работала точно часовой механизм, потому что это узловая станция, это целое связующее звено с Москвой и на тот момент с Ленинградом. Осенью 1941 года при паровозном депо создаются по указанию НКПС колонны специального резерва. У нас было создано три колонны, в состав которых входили машинисты, кочегары, кочегарами работали женщины. Основная работа колонн была это работа именно при отправке на линию фронта. Они вывозили раненых, эшелоны с эвакуированными, то есть именно как раз у госпиталя. Это, и по воспоминаниям Зои Павловны Герасимовой, она работала кочегаром в одной из колонн, бомба попала в их паровоз. Машинист погиб, а она именно с Калининского фронта до города Буя возвращалась пешком. То есть колонны НКПС, они были практически как военно обязаны. То есть и большую работу выполняли именно как раз при линии фронта. Иногда приходилось возить и работать и за линией фронта. Это большая работа, которая оказывалась в годы Великой Отечественной войны железнодорожниками города Буя, в том числе колоннами. В годы Великой Отечественной войны на территории нашего города Буя было построено, уже началось строительство вагонного депо. Потому что уже паровозное депо имелось в годы Великой Отечественной войны, и необходимо в составе ремонтного состава было именно в вагонах. То есть в 1941 году началось строительство, как вот здесь мы видим на фотографии, строительство вагонного депо, где мы знаем, как раз, которое находится и по настоящее время на территории города Буя. А также здесь представлены фотографии тех работников, которые работали в колоннах НКПС специального резерва и людей, которые работали при вагонном депо. В экспозиции зала Великой Отечественной войны хранятся уникальные документы. Это карточки времен Великой Отечественной войны, по которым продукты получали буявляне определенную норму. Это подлинные документы. Обратите внимание, что здесь у нас есть интерьер. Окна заклеены газетой «Буйский ударник» и уникальный экспонат, по которому можно было узнать о сводку Совинформбюро. Очень интересный экспонат. Табель-календарь 1945 года. Мы видим, что 9 мая на тот момент это был день среда. Здесь он еще не указан красным в календаре, потому что на тот момент это 45 год. Мы знаем, что только спустя несколько лет, начиная в 1965 году, праздник День Победы официально стал праздноваться в нашей стране.
Но в экспозиции представлены еще очень интересные вещи, которые здесь отражают работу тыла в годы Великой Отечественной войны. Целый комплекс фотографий и документов и предметов говорит о том, что боевляне помогали фронту и теплой одежды. Многие предприятия были перестроены на военный лад. Артели «Красный кустарь», «Ударный труд», помогали фронту теплой одежды, изготовляли валенки, варежки, шили одежду для солдат. Промкомбинат, бывшая мебельная фабрика, изготовлял носилки, изготовлял различные тележки. Все было отправлено на фронт. То есть работа тыла в нашем городе Буе была организована очень замечательно, потому что все было для фронта, все для победы. В годы Великой Отечественной войны на территорию города Буе-Буйского района было вывезено из блокадного Ленинграда более 2000 детей. На территории Буйского района были открыты детские дома в селе Воскресенье, Шушкодом, Барке, в Костинове и многих других населенных пунктах. Здесь представлены в экспозиции уникальные игрушки времен Великой Отечественной войны детей блокадного Ленинграда. Очень сложно представить, какой ценой жизни все-таки сложились те условия, что дети были вывезены в наш город Буй. По дороге жизни в поездах вывозили сюда в наш город Буй и Буйский район. Дети находились не только в детских домах, но и в приемных семьях. В 1985 году именно здесь, в городе Буе, в Буйском краеведческом музее, Тамара Васильевна Яховик организовала встречу детей из блокадного Ленинграда. Приехали практически со всего Союза, это уже взрослые люди, и встретились, и вспоминали те события страшной Великой Отечественной войны. Сегодня невозможно вспомнить о том, что в нашем городе Буе работало несколько госпиталей. При городской больнице, при школе номер 13, при школе номер 1. Также в экспозиции представлены фотографии тех людей, которые работали в этих госпиталях. Это Василевский Николай Васильевич, заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин нашего города Буя, Галкина Александра Михайловна, известный врач в нашем городе Буя при городской больнице, при госпитале, Соловейчик Иосиф Израилевич. То есть это все люди, которые работали в то время в госпиталях, и потому что раненых привозили очень много. А перед ними выступали буевляне, которые участвовали в художественной самодеятельности при Доме культуры железнодорожников, который находился в начале улицы 10-й годовщины октября. Далее в экспозиции это большой комплекс фотографий и документов участников Великой Отечественной войны. Здесь представлены фотографии участниц 287-го арт-дивизиона, которые с первых же дней войны, начиная с 41-го года, защищали мост через реку Кострому. Потому что именно они, молодыми девушками, по 17-19 лет, пришли в состав 287-го арт-дивизиона. Позже, в 1942 году, арт-дивизион был направлен на фронт. Здесь перед вами представлены также документы и фотографии тех людей, которые входили в состав Ярославской коммунистической дивизии. Среди них гвардии майор, замначальника оперативного отдела Ярославской комдивизии Алексей Митин. Также представлены здесь фотографии участников, которые были и в партизанском движении. И были и Ярославской дивизии, и в дивизии Тадеуша Костюшка, и в партизанском движении Италии. Также представлены здесь, мы видим, и подлинные вещи, награды времен Великой Отечественной войны. Но это лишь малая часть тех фотографий и документов, которые хранятся в нашем краеведческом музее. Мы всегда храним и бережно собираем те документы, которые нам приносят буевляне, чтобы сохранить память о своих родственниках. Потому что каждая фотография, каждый документ – это отдельная история о том человеке, который был в годы Великой Отечественной войны. И молодое поколение должно помнить и знать, какой ценой досталась победа. Большая работа была, конечно, организована и в Буйском районе. Буевляне не только работали в городе Буй, но и в Буйском районе, потому что помогали фронту и продуктами, которые отправляли и на фронт. Много буевлян с Буйского района было отправлено и на окопы. В основном это в Рыбинский район. Вообще в Буйском районе даже приработали не только наши буевляне, которые жили в Буйском районе, но и даже те жители, которые были эвакуированы, принимали участие в сельхоззаготовках. Особое внимание хочется уделить фотографиям и документам, которые представлены здесь у нас в экспозиции. Это о героях Советского Союза. Хочу особое внимание уделить, что все обелиски, их обелиски находятся на Аллее Победы. Аллея Победы – это отдельная история в нашем городе Буе, которая была открыта 9 мая 1985 года.
Это действительно память о тех буевлянах, которые были на фронтах Великой Отечественной войны. Аллея Победы – это целая история, потому что, начиная с 1981 года, шло строительство, в котором участвовали большинство буевлян, принимали многие организации. Штабом, который по строительству Аллеи Победы руководил Леонид Григорьевич Фалькевич. Именно он зажег вечный огонь 9 мая 1985 года. Фалькевичу Леониду Григорьевичу было присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Буя». В экспозиции представлена фотография. Это уникальная фотография окончания Великой Отечественной войны. Площадь революции, где проходит первый митинг, посвященный победе. Здесь присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, которые вернулись с фронта, буевляне, отмечающие замечательный праздник – День Победы. Хотя он еще так широко не отмечался в нашей стране и пришел праздновать значительно позже, но эта фотография уникальна тем, что этой фотографии уже 75 лет. Фотография 1945 года. Мне хочется поздравить от имени Буйского краеведческого музея буевлян, жителей Буйского района, с замечательным праздником – Днем Победы. Нынче замечательная дата. Мне хочется пожелать, что в каждой семье есть свой герой, которого чтят, помнят, хранят документы, фотографии. Хочется пожелать всем здоровья, мирного неба, благополучия. Мы должны помнить о тех страшных событиях времен Великой Отечественной войны и сохранять для молодого поколения.